Спасибо за вопрос. Начну, наверное, с первого. Да? Какие наиболее популярные услуги в электронной форме? Вот как это ни странно, назначение пенсии к ним относится тоже. То есть на сегодняшний день наши пенсионеры во многом уже готовы к этому, и назначение пенсии – одна из популярных услуг. Но самое популярное, конечно, это материнский семейный капитал. Это выдача сертификата на материнский семейный капитал и распоряжение средствами материнского семейного капитала. Потому что аудитория, понятно, более молодая, более продвинутая в этом смысле, и они готовы к этим услугам. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.